Там я грибы собирал на Липовке, это район Калташи. Тут совсем другая охота. Вот в таком сосничке. Да не то, что осенью. Осенью-то их навалом, конечно. Масленника стоит. Синявки. Сыроежки. Вот в такой траве бывает. Смотреть внимательно надо. Все в траве, не видишь даже. Вот такой вот. О. Они опять, видимо, только пошли. Ну а самое-самое, это, конечно, вот такие вот рыжики, которые на плотном грунте лежат. Вот такие вот они. Красивящие маленькие. Ну а для того, кто не знает, что рыжики чаще вот с такой травкой встречаются. Рыжий. Ну, конечно, удовольствие не слишком большое. Поэтому я начинаю искать грибы. Но этого стоит. Опять же. Именно так. Ногой, как косой. Солнце пойдем.